Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу проинформировать вас, что у меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме. Чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции. Министерство в настоящее время работает в штатном режиме. Часть сотрудников находится на удаленном доступе, находясь в карантине. Остальные сотрудники трудятся на своих рабочих местах. Я нахожусь временно в режиме домашней изоляции. Большое спасибо врачам поликлиники, которые контролируют состояние моего здоровья и дают рекомендации. Всем огромная благодарность за поддержку наших сотрудников, которые трудятся в таких необычных условиях. Вся наша сейчас система здравоохранения работает в необычных условиях. Но это очень важно, потому что, несмотря на то, что рост заболеваний этой инфекции продолжается, мы с вами хорошо подготовили. Хорошо подготовили наши госпитальные базы. Мы имеем возможность в постоянном режиме держать резерв коечного фонда, в том числе реанимационных мест, чтобы своевременно госпитализировать наиболее сложных, тяжелых больных и проводить им действительно полноценное лечение. Мы развернули диагностические центры, где можно своевременно, даже находясь на амбулаторном наблюдении, пройти компьютерную томографию, чтобы врачам было проще оценить тяжесть состояния этой болезни и принять решение о необходимости своевременной госпитализации. Еще раз вам всем большое огромное спасибо за это. Я прекрасно понимаю, в каких необычных условиях вы трудитесь, с какой нагрузкой и психологической, и физической. Но это дает свои результаты. В крае у нас пока продолжается рост заболеваемости. В первую очередь заболеваемость возникает сейчас в организованных коллективах, в семейных домашних очагах. Поэтому вирус все-таки по-прежнему очень заразен, очень контагиозен. Поэтому, конечно, сейчас, в данный момент, необходимо, даже с учетом того, что часть ограничений по самоизоляции снимается, по-прежнему продолжать режим разобщения, социальной дистанции, ношение масок в общественных местах и на работе, минимизацию контактов, кроме своих близких, родственников, с кем вы проживаете, и сотрудников по работе, минимизацию всех остальных контактов. Мы сможем сейчас справиться с первой волной заболеваемости и снизить эту заболеваемость, но только сообща, дисциплинированно, проявляя действительно упорство вот в этих ограничительных вещах, которые не дают распространяться этой инфекции. Всем вам терпения, берегите себя и не болейте.